Всем, ребят, привет! Сегодня у нас видео не веселое, как обычно. Народу у нас сегодня совсем мало. Копаем я и Михалыч. Веселый куда-то пропал. Серега вроде как не смог. Остальные работают. Кто-то семье отдает время. В общем, съездили мы сейчас с Михалычем в одну деревушку. Там все так заросло, вообще жесть. Покопали где-то часа полтора, ничего интересного на фундаментах не нашли и решили приехать в нашу последнюю, где мы подняли более 300 монет. Итак, ребята, а по монетам получилось у нас неплохо. Коп состоялся, вот смотрите, на капоте разложили. Михалыч вот в тазике носит свои монеты. В общем, ребят, что из этого получится, не знаю. Думаю, советы мы в любом случае наберем. Вот, сейчас Михалыч уже отправился на тот последний фундамент, который хорошо давал. Сейчас мы его добьем и по мере возможности начнем какой-нибудь новый фундик. Так что смотрим, шурфы мои очень интересные. Всегда приезжаем домой с находками. Так что смотрим. Надеюсь, будет что-нибудь интересное. Ну вот этот шурф, который в прошлый раз ночью перед отъездом Михалыча с Женьком здесь шурфили. Вот, решили продолжить. Вот, и, знаете, вот такую гряду выкопал, пока ничего нет. Но решил проверить верховой. Выковырял. Монетка, наверное, по сигналу никель. Нет, это двушка, алюминистая бронза. Двушка, 35-й год. Двушечка, 35-й. Хорошо, окислов здесь нету вообще на монетах. Бодрячок. Пойдет? Пойдет. На прозвонке. Монетка. Что за монета? Сигнал лил как совет. И это у нас двушка. Двушка. Год. 30-й, да? Вам видно? Да, 30-й год. Михалыча. Никель. Звенит никель. Давайте подождем, когда он ее выкопает. Давай, никель же. Михалыч, а в перчатках неудобнее, Михалыч? Руки мерзнут. С утра мерзнут. Чешбонь? Да. Да, вон он. Выбросил, он там упал, Михалыч, я видел. Капсуль, да. Ладно. Сегодня с нами Кинг, ребята. Сегодня с нами Кинг, он с хромой лапкой решил с нами тоже покопать. Да, Кингух? Ладно, продолжаем. Ну что, монетки потихоньку сыпятся. Вот она, ребята. 15 копеек. Ну, это радует, приятное. 32-й год. Ну, пойдет. Советы. Ну, сегодня мы и рады советам. Опять там что-то у Михалыча звенит. Ладно, если что интересно, снимем. Ну что, и у Михалыча наконец-то что-то. 26-й. 26-й год? Ой, красивенький такой, да? Но с болячечками. С болячками. 26-й год. А здесь красиво. Пойдет. Первое крупное сегодня. Вот это, ребята, удивило. Удивило. Пуговка. И пуговка интересная тем, что это орляночка. Ай, какая красивая. Ух, да она еще, ребят, смотрите. На пушках. Ой-ой-ой. В этой деревне вообще, как бы это за радость, какой-то царизм. В прошлых видео вы, наверное, видели. 300 монет подняли, 300. И из них царских всего было, наверное, 3 монеты, 4 из 300. Ну там орляночка у нас тоже была. А это на пушках.
Михалыч говорит, здесь это, походу, какой-то военный был, потому что здесь столько патронов, столько гильз было, да, Михалыч? Прям море. Вот. Вот вам и военный. Артиллерист. Пойдет. Класс. Ребят, что-то ненормальное. Шурфим. И выпал вон монета лежит. Михалыч, вот позвони. Крупная монета. Вот она лежит, ребята, крупная монета. И смотрите, Ваниш не видит, охренеть, блин. Чё за жбонь? У меня тоже. Ладно, хоть я глазами его увидел. Это пятак ранний, ёшкин кот. Странно, блин. 30-й год. Я первый раз такой вижу, чтобы вот этот пятак не видели вообще. Чё за фигня? Ух, только монету пропустили. Может, на другой режим поставить? Ну, купили его еще. На артефакт. Да, включи артефакт. На артефактах видишь? Да. На монетах нет. Вот, у меня режим, ребят, монета стоит. Сейчас видишь. Сейчас видишь. Чё-то бред какой-то, прям, я не знаю. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, я вот стою, Михалыч прозванивает, и я издалека говорю, Михалыч, вон она монетка, не трожь ее, потому что там вот слепочек остался. Опа, она, и это пятачок. Пятачок, ой, какой сохранчик-то, а. 30-й год. Хорошая монета. Сохран бодрый, смотрите какой. Родная патинка. Правда, не одного цвета, а есть пятна. А так бодрячок, хорош, хорош. Здесь монеты хорошие, в принципе. Изначально, как вы видите, здесь деревня просуществовала всего одно поколение. И из-за этого здесь монеты хорошего сохрана. Вроде как дымовые, но сохран хороший. Ну что, ребят, сейчас Михалыч сидел, тер. Я издалека смотрю, он что-то трет там, блин. Что-то крупное, зелененькое. Он говорит, да это двушка. Говорит, какой-то. Я говорю, ну какой? 24-й, неужели 25-й выскочит? И да, вуаля. 24-й. Была бы такого сохрана. Двушка 25-го. Эх, разбогатели бы. Вот так вот, первая медная монета сегодня. Смотрите, сидит довольный, натирает крупничок медный, медный крупнишочек. А, наверное, хороший сохран, да, Михалыч? Хорош. 24-й год, смотрите, какой сохран. Вообще офигенный. Вообще. Хорош, хорош. Двушка, теперь пятак. Сохран зачетный. Гурт гладкий, жалко не ребристый. Стандартный. Да, стандартный, 1000 рублей в каталоге. Держи, хапуга, хапуга, медь, 2 штуки. Да, красиво. Смотрите, засыпка всего-навсего на пол штыка здесь. Какой? Не, засыпки даже нет. Идет вон солена, блин, чернозем. Ребят, устал сигнал искать. Ищу, ищу, что-то деревяшка хлоп. Пину ее, блин. Потом опять деревяшку прозваниваю. Ёшкин кот, а там внутри, смотрите. В деревяшке пуля. Кто-то в этом доме стрелял. Прям в доме. И пуля, походу, залетела в сруб дерева. В сруб и осталась. Вот, смотрите, как ее повело здесь. Вот так вот, ребята. Да, стреляли.
стрельнули прямо в доме. Может, здесь убийство было? А? Надеюсь, ничего не найдем мы здесь глубже штыка лопаты. Я вот думаю пойти Аську взять, а Ваниш убрать подальше. У Михалыча Ваниш, у меня Ваниш. И не знаю, у кого сигналит ешкин кот. То ли у него, то ли у меня. Пойду Аську заряжу. Ребят, монета, но она у меня такая, ребята, трудовая. Я не знаю, может быть из-за грунта. Блин, ну с трудом он поднял медную крупную монету. Ну не знаю, почему, блин, здесь Аська даже плохо видит. А у меня трешка. У Михалыча двушка 24, пятачок 24, а у меня троечок. Трешка 24. Ну вот он, красавчик. Пойдет? Пойдет. Не знаю почему, прям, знаете, нифига не видит прибора в этом грунте. Не знаю, с чем это связано. Но факт есть факт. Ребят, ветрище весь день. Снимаю как могу. Михалыч только что пятачок поднял. Я 10 копеек 36-го. И вон она, смотрите, как красиво лежит. Еще не доставал. Вон, смотрите, как. А, слепочек. Ой, что-то большое. Что-то большое. Большой, да большой. Я лопатой ей засадил. Твою дивизию, а. Что за монета? Может, что-то николаевский формат, наверное, пятачок. Да, это николаевская монета. Пятачок николаевский. Но она, походу, затертая. Год даже там какой-то проглядывается. Так. Или не проглядывается. А, 1873, по-моему, или 75-й. Ну, не столь важно. 75 или 73, я его саданул. Ну ладно. Грех по такой крупной медной шлепнуть на советском фунде, блин. Ладно. Кенгуха там выслушивает кого-то, высматривает, гавкает, прогоняет. Да, Кенгуха? Ты мой мальчик, супер, супер собака. Супер наш чемпион. Продолжаем. Итак, ребят, грех не показать. Потер. И смотрите, такая красивая. Зеленка отойдет. Болячек не будет. 3 копейки. 31 год. Приятная монетка такая, знаете. Вообще класс. Чуть-чуть зеленочки. А так классно. Болячек нету. Прикольно. Прикольно. Итак, ребят, уже копаю при свете фонарика. И у меня вообще классный сигнал был. Вообще четкий. Смотрите, включаю Аську. Смотрите, как он звенит. Видите, да? Так звучит медь или серебро. И это у нас явно серебро. Так. Не знаю, не видно пока. Да, 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 да. Это, ребята, у нас серебро. По размеру 10 копеек. Герб РСФСРовский. Ну и номинал, наверное, 10 копеек. Год, к сожалению, сказать не могу. Или могу. Вы видите? Ладно, помою. Узнаю. Ну а вы уже знаете. Михалыч, серебро! Михалыч чаек пошел попить. Ладно, фундамент как бы заканчивается. Вот осталась вот эта кромочка. Михалыч здесь шурфит. Вот. И вот осталось маленечко. Уже совсем темно. Так что ночевать мы не будем, потому что обещают завтра весь день дожди. Так что ладно.
Итак, ребят, пришло время с вами попрощаться, но это будет единственная часть, первая и последняя. В связи с тем, что сегодня мы с ночевкой не остаемся, завтра погода ужасная, с утра, вернее даже сегодня с ночи до завтрашнего вечера будет очень-очень сильный дождь. Вот, и не остаемся. Да и тем более, народу у нас сегодня совсем мало, абсолютно, ребята, здорового образа жизни, копали, здоровье набирались. Так что, ладно, давайте не будем тянуть кота за Фаберже, как говорится, и давайте посмотрим, что мы откопали. Несколько вкуснях все же мы зацепили. Какие? Сейчас увидим. Ну а по находкам, ребят, у нас получилось вот так вот. Снимаю при дневном невозможно. Фонарь включил. Вот такая пуговка зачетная, ребята, на пушках. Ну, при дневном свете вы видели, что она очень-очень красивая, хорошая, зачетная. Вообще бодрая. Еще одна вкусняха. Это у нас 10 копеек, 23-й год, оказывается. Вот такая вот. Думаю, почистится, будет хорошая. Дальше. Пятак. Печалька. Я его саданул. 73-го года. Трешка 24-й, неплохой. Пятачок у меня один, 30-й год. Затем трешки 20-ки. В общем, ничего сверхъестественного. Копеечка даже затесалась. У Михалыча как бы тоже вкусняха. Пятак, то есть он пятак, я пятак. 24-й у него бодрый. Двушка 24-й, бодрая. И по пятакам он сегодня зачет на 30-й, 46-й и 46-й, и трешечки. Ну, как-то вот так вот. Итого 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 монет, ребята, набили сегодня с Михалычем. Причем думали, что вообще будет тухло. Где-то примерно за 5 часов на фундаменте мы это наколотили. Так что ладно, все, пока. Ребят, приехал я домой, а тут жесть вообще, что творится. Блин, чуть дверцы не прихлопнул. В общем, ветрище, если бы был бы снег, это была жуткая метель. В общем, ребята, доехал благополучно. Хорошо, что плюс. А то я на летней все лысый езжу. Так что все. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, которые ставите от души. Все, пока.